Ой. Так нас вырубаешь только в кавычках. Тоже хочу. Минус Ой, свайпин, тебе когда не давали в рот? А, как тебе каждый день даем же в рот тебе. Да я тебе даю в рот. Чё, Маша, блядь, хп мало, тебя просто повезло. Сидите в БЦ, черти. Здорово, Ген. Знаешь, что я Дахаке в рот давал? Я Дахаке себе давал в рот. Ты кстати, лаял перед Дахаке, как собака. Ты чё кого рассказываешь-то? Босс, сиди лайпин, в БЦ. Игру, сиди в БЦ, игру, крыса. Слайпин. Сиди в БЦ дальше. Любой позорный, заткнись. Ты игрок позорный, твоя мафия какая-то тупая, как и ты. Ой. Слайпин, кто это будет щёкнуто? Скажи, пожалуйста. Видел? Да. Слайпин, ты меня убил только после второго, короче, я сначала одного забыл. Да, я троих убил, конечно. Гандон, ебаный рот. Ты меня как убил? Ой-ой-ой-ой-ой, всех убил, зашел обратно, смотрите. Сзади слышу. А, сиди, беги, блин, вот беги, прячься. Блин, супер бич на двери стреляет, вот супер бич чисто. Супер бич, это и РР вписывается чисто. Это не... Чисто бич, реально, супер бич. Вы нифига так-то стоишь, вот все вы, короче, смотрите, сидите в БЦ, а наши все на улице бегают, заметили? Заметил, что мы тебя... Ты чё, блядь, ходишь, гандон, ебать? Ты еще, блядь, не отсосал. Заметили? Вот смотрите, смотрите. Я сейчас вот это показываю, как эти уроды сидят в БЦ. Да показывай, показывай, нахуй. Только ты, блядь, все равно сейчас... Ладно, я буду сидать. За секунды, блядь, две, наверное. О, одного положили, молодцы, молодцы, валите. О, нормально. Второго еще. Сейчас, блядь, смотрите, сейчас еще один выйдет. Время, блядь, наблюдай, взорвите этих уродов, молодцы, нормально, нормально, вообще красота. Ой, гандон, ёбаный рот, нахуй. Это, блядь, ебал, нахуй. Нормально. Все сидят в БЦ капитально, да? Вот этот петух вообще сзади все время пытается стрелять. Блять, это ты нахуй, гандон, блять. Лежать, супер бро. Слайпин, блять. Я вообще в шоке, что вы вообще дохнете, как собаки. Блять, стрим заведи, гандон, блять, группуйте. Гандон это тот, кто тебя родил на этот свет, бичара. Стрим нахуй заведи, гандон.
Ой, блядь, со спины. Конечно. А вы типа как не со ты? Спины, вы-то слышь, со... вы-то со спины черти, слышь, от уродия супер бича. Дети супер бича, дети бича, вот вас будем вот так называть, дети бича. Дети супер бича. Поздравляю нахуй. Поздравляю, сука, блядь. Пятый раз на кубе. Поздравляю, пятый раз тебя убил, Слайпин, а Слайпин 105-й раз тебя убил. Это же баба. Что это мафия? Мафия бы слышно. О, вот это Дима Петух, твой голос прорезался. Лежать, крысёныш, вы слабенькие, короче, отвечаю, вы слишком слабые. Вы слишком слабые. Троих убью, Слайпин БТ. Двоих троих убью, Слайпин БТ. Слайпин наш Слайпин БТ. Попугаете, да? Свинья? Нет, сами Денис, не ходи, пожалуйста. Все взорвали, все взорвали, молодцы. Не ходи, пожалуйста. Они покивали. Ладно, бота просто... Вообще, вы так-то, слышишь, вы пачками умираете, прям, то, что из-за того, что на меня агритесь, прям пачками умираете. Вот, смотрите, показываю, один стоит в дверях, короче, не выходит. Вон второй стоит в дверях, короче. И вот, короче, они в дверях стоят и не выходят, да, все боты. Да он и не умел. Чё, один стрелял? Опачки. Все сидят они, тупо в БЦ сидят. Тупо БЦ-шат. Опять слился. Все, убежали ваши чебухи ваши, убежали. Смотри, братан, я выхожу, они на меня агрятся. Взрывай просто. За мной кто выходит, сразу взрывай. Слышь, о, вот так надо, просто. Понял их? Вот так слышь, надо. Добивай. Умбрелли подписали смертный приговор, прикинь. Сами. Слайпин, здорово. Здорово. Ой, а чё, они прикинь, ты как свой клан, короче, подвел, чувак. Как ты свой клан? Мы же сегодня виделись, ты же обманщик. Уже половина. Ты же обманщик. И из-за этого ты за свой клан еще прикуришь, короче, и свой клан прикурит твой клан, точнее. Блин, я что пропустил, блин! Я своему клану в рот давал. А, кстати, да я тебе скажу еще. Прикинь, вас как нагнули. Ты заметил, что вас нагнули-то, слышь, чувак? Ну да.
Их нагнули. Умбрелла, ты заметил, как РР нагнули? Ты заметил? Прикинь, каждый день теперь каждый день таких, как ты, Умбрелла приписков будет уничтожена. Так же, как и МВП было уничтожено. Так же, как и СС мы уничтожили. Мы вас тоже уничтожим. И РР мы уничтожим за того, что... Мы еще Скай уничтожим. На Скай пофиг. Ой, маленький. Ты прикинь, как Желательно, ты подписал, короче, как теперь. Ты подписал смертный приговор своему клану, слышишь, чувак? Будем любого с припиской Umbrella уничтожить, любого, у кого приписка есть Umbrella, любого уничтожить. МВП тоже. Да. Да, они только в БЦ сидят. Иди нахер с тобой прощаться, чё, гонишь, что ли? О, мама, блин. Ты мы не задросим 24/7. Umbrella официально объявляется кланом фашистским, потому что он написал слава фашистскому Арифлему, то есть Арифлем конкретно пропагандирует этого, как у Гитлера. Теперь официально Umbrella является фашистским кланом. Читайте, вот он сам написал. Так что Umbrella будет уничтожена. Да ты хоть что пиши там, мы вас будем нагибать как сейчас. Как Супер Бро вас бросил, убежал. Мы зашли сюда, нас было двое, слышь. Теперь вы двое. И когда нас было двое, вы даже не выходили из БЦ. Вы сидели в БЦ как боты. Особенно вот эта крыса. Вот эта, которая РРовская. Лол, Денис, Петуш. Да, вот это. Давным-давно, потому что сейчас... я за последний месяц ни разу не видел игрока с припиской Диаз. Вообще нету их. А мафия его. Кого ты там кричи, на, я тебя посижу на твоей башке, чмо. Я просто выключу его, и всё. Я просто его выключу, и всё. Не, на соседнего СС подключишься? Братишка, я сейчас из игры буду выходить, сейчас этих недоумков добьем просто, и все. Давай вот этих добьем и еще там добьем, Павел. Свапин, а ты сейчас ты сейчас... Свапин. Чё? Ты сейчас выйдешь, да? Сейчас а сегодня еще зайдешь? Добьем их, сегодня нет уже. Поздно уже. Я вообще заходить не хотел, я увидел там пацанам... Помочь надо и все, короче. А я тоже. Вижу, ты в сети, и все привет тебе. Ты сын Арифлейма? То есть фашистского Арифлема ты, да, сын? Да какой ты сын? Ты вообще дочка. Ты дочка, слышишь, ты дочка Арифлема. Сын он там. Не, он сын мамы, да. Подстилка Арифлема, я бы сказал. Свайпин, а я твой ролик смотрел, ты же обзор делал на аккаунт. А я удалил их сразу же, когда я узнал, что он фашист, сразу удалил этот ролик, братан. Чего, бот, как тебе там? Свайпинг, говно, свайпинг. Лучше ты, слышь, матера. Ты видел, что с РРом происходит? Когда вы встречаете мафию, мы всегда вас вот так вот нагибаем, как лохов. Мафия самый сильный клан, ты чё, кого? У мафии много лидеров, и они каждый из них, короче, управляет мафией. Ты понимаешь, сколько какая-то огромная сила? А можешь меня сделать тоже лидером? Не, братан, тебе еще рано.